прижимаемся вот сюда к сиденью, локти опущены, и вот прямо даже вот так вот можем садиться, когда будем спускаться. Вот в этот момент самоконтролируемый спуск. То есть вот таким образом мы сейчас спускаемся, поднажимаем сцепление, берем тормоз, и вот спускаемся прямо, чтобы лопатки лежат на сиденье. Вот. А можно идти там, где вы склон выше, а не ниже? Можно, да, но не нужно. Все, и вот такая же нагрузка. Вован, может надо было в эту пустить? Да, вот так, да? В колею. Да. Кажется, слышишь так. Молодец, заехал. Первый раз в жизни. Сейчас погоню. Прям вот так надо сделать, да? Придерживать теперь, чтобы все-таки оно крутилось потихоньку. Вопрос в чем, если ты остановился, можешь чуть-чуть его сдвинуть, взять ножа чуть-чуть, как говорится. Воу-воу-воу! Я заснял. Сразу ускорение даже. Утекай! Ой, ой, ой. О-о-о-о, понеслась. Давай. Меня простишь, если я... Как чувствуете? Палка это, конечно, кстати уже. Нормально. Ложись, прижимайся, тебя задоргает зубами. Прижимайся, куда ты встать, да. Давай я аккуратно. Все. Может быть просто это знак, что давай, я... Давай, аккуратно. Давай, аккуратно. Давай, брось знак сюда. Брось сюда. Не расслабляйся. Ближе к себе, на себя чуть-чуть. На себя. И руль не заламывай. Пошел. Thank you.
успокаивает. Деревья. Деревья, да. Есть шанс, что далеко не улетишь. Нас кругов. Так, будем выезжать не все вместе, а чуть-чуть постепенно. Я буду показывать пальцем, стартует. Считаем 15 кругов. Ну я остановлюсь. Остановлю тогда всех. Бля, я не запомню. А, вот давай, заводи с первой есть. Александр.
до конца, это нам же половили. Вот удар. Вот так я тут. Нет, смотри, он подъезжал наискосок, а прыгнуть хотел вот прямо. А, ну следы вот его, вот. Да, он там... Ну, в прыжке да. Это, ну, надо... И прыжать, он в прыжке что-то... руль повернул и приземлился на повернутый руль. Должны понять, для чего это просто. Подъезжал и должен просто подъехать, дальше смотреть и пытаться съехать. Мы должны это делать практически ходом, даже если мы хотим посмотреть. Ой, бля. Нормально. Вадик, куда? Вадик, куда?